Здравствуйте, дорогие зрители! Пламя войны, охватившее Карабах в конце прошлого века, уничтожило огромное количество культурных ценностей нашей страны и чуть было не погубило прекрасных и красивых карабахских коней. Сегодня мы полюбуемся их красотой и научимся ездить на них верхом. Прекрасными конями нас будет знакомить Фехрет Имелем. Здравствуйте, Фехрет Имелем. Фехрет Имелем, давайте пройдемся, посмотрим на наших коней и поговорим с вами. С какого возраста нужно уже начинать дрессировать их? Этих коней мы с 2 лет берем на обучение, и с этого возраста мы приучаем их к себе. Мы работаем с ними 1-1.5 месяца, и только потом надеваем на них седло, пока не привыкнут. Таким образом, мы постепенно привыкаем друг к другу. Этот процесс занимает 3-4 месяца, после чего постепенно можем зажать нашего ребенка. К этому моменту конь полностью приучен. Мы водим жеребенка по кругу. Затем мы водим жеребят со взрослыми лошадьми, чтобы жеребенок перенял у них навыки. Фехрет Имелем, а чем питаются эти кони? Норма питания у них такова. В 8 утра им дают траву, в 11 – воду, а в 12 – специальный корм. В качестве корма мы используем перловую крупу, кукурузные хлопья, зерновые продукты. Ну а если вы хотите приучить коня к себе, то к ним лучше подходить с такими продуктами, как морковка, яблоко, сахар. Как можно узнать возраст лошади? Возраст лошади можно узнать так. Обычно у лошадей бывают документы, то есть паспорт. А если нет документа, то возраст определяется по зубам. Когда им исполняется 3 года, у них выпадают клыки, и на их место выходят новые зубы. То есть приблизительно по зубам можно определить, сколько коню лет. Как узнать о том, что лошадь заболела? Это можно узнать потому, что, например, лошадь пребывает без настроения, постоянно копытом бьет по земле, часто и много спит. Все это означает, что ее мучают боли. Конечно же, лучшее лечение – это прогулка. Когда уже можно понять, что можно ехать на лошади верхом? В 3 года они уже могут участвовать в соревнованиях. Это относится к карабахским арабским коням. Английские лошади – в 2 года. Но их могут оседлать спортсмены. А если просто для того, чтобы покататься, им предлагаются кони возрастом в 5-6 лет. Для того, чтобы приучить лошадь к наезднику, с ней работают 2-3 года. Они тоже как люди. Иногда ты можешь подчинить себе лошадь, а иногда лошадь делает так, чтобы вы ей подчинились. И такие лошади бывают. С характером, скажем так. Давайте немножко поближе познакомимся с нашими лошадьми. К
Карабахские скакуны отличаются изяществом. Они весят 250-280 килограмм. В то же время карабахские скакуны очень выносливы. В отличие от английских коней, на них можно проехаться верхом 10-15 километров. Основными заводчиками, а заодно и хранителями чистопородных лошадей были карабахские ханы. Сколько лет живут лошади? Районнарда ondan sonra başka yerde işlendeki. Считается, что они живут 38-40 лет. Но потому что мы видим, карабахские скакуны живут максимум 36 лет. Конечно же, при подобающем уходе. Ей, например, 30 лет. Пока мы ухаживаем за ней, лошадь чувствует себя прекрасно. Хеляки куллук идири, хеляки да яхшиды. Красиво. Спасибо большое, Фехрет Мэлим. Я думаю, теперь мы перейдем к езде верхом. На свете не существует человека, который с первых же секунд может приучить к себе абсолютно любую лошадь. Даже профессиональному берейтеру может повстречаться животное, с которым он не найдет общего языка. Опытный мудрый всадник – это не тот, у которого всегда все получается, а тот, кто может правильно проанализировать неудачу, понять, как решить возникшую проблему и возможно ли это в принципе. Нужно учитывать не только собственную технику езды, но и психологию лошади, и еще многое-многое другое. Как нужно садиться правильно на лошадь? Для начала нужно убрать вожжи. Если ты садишься для того, чтобы научиться, то нужно поставить ногу сюда. Если ты хочешь проехаться верхом профессионально, то двумя руками держись за седло, а ногу вдеваешь в стремя. Так удобнее. А если ты садишься на лошадь, чтобы просто покататься, то вставляешь левую ногу в стремя на широкую часть стопы и перекидываешь ногу направо. Обязательно нужно, чтобы стопа была в стремени, а пятка ниже. Это делается для того, что если вдруг лошадь испугается чего-либо и сбросит вас, ваша нога не застряла в стремени. Скакуны карабахской породы, которые ценятся за свою выносливость в условиях горной местности, спокойный нрав и темно-каштановый окрас, являются национальным достоянием Азербайджана. По мнению историков, карабахская порода происходит от коней Манны, Мити, Атропатены и Кавказской Албании. О том, сколько сегодня в мире карабахских скакунов, точных данных нет. Участвовавшие в середине 19 века в международных выставках, карабахские скакуны удостаивались высоких наград, занимали призовые места на различных конкурсах и соревнованиях, завоевывали призы и медали. В начале 20 века эта порода коней оказалась на грани исчезновения, но созданный в 1948 году в Агдаме конезавод вновь вернул ей утраченную славу. Фехрет Мэлим, скажите, пожалуйста, вот говорят, что они бывают немного агрессивными. Как их успокаивать нужно? В этом и заключается их красота, в их игривости. А успокоить их можно с помощью ласковых слов и поглаживания. Этого коня зовут Сараб. Он занял первое место на соревнованиях на дистанции 35 километров. У него прекрасное потомство. Они были победителями в различных соревнованиях и на скачках. Верховая езда развивалась у разных народов параллельно и разделилась на два типа – использование лошадей без предварительной дрессировки и целенаправленное методологическое обучение коня, способствующее в результате выполнению команд всадника.
Для восточных народов характерно использование первого способа. Здесь практикуется езда на неоседланных лошадях. Стоит отметить, что те всадники, которые интуитивно знают, как ездить на лошади, придерживаются негласных правил управления животным, стиля верховой езды и движений во время езды. Держись двумя руками. Вытащи эту руку. А теперь правую ногу поставь на землю. В 1993 году во время оккупации Агдамского района Азербайджана военные силы Армении разрушили коневодческий завод Агдама. Но коневодам завода удалось вывести карабахских лошадей незадолго до оккупации города. Спасенные карабахские скакуны поначалу были размещены на территории Евлахского района Азербайджана, а затем перемещены в Акджабединский район. Коневодам удалось вырастить здесь новое поколение карабахских скакунов, сохранив все характерные черты породы. Вот мы и научились с вами ездить верхом и ухаживать за прекрасными карабахскими скакунами. Сегодня их численность постоянно растет благодаря специальной программе. А пока, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До свидания, до скорых встреч!